Сегодня, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно в праздничные дни чествуют ветеранов и отличившихся на службе сотрудников полиции. Также в честь памяти погибших при исполнении возлагают цветы к памятнику павшим воинам. Министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко поздравил коллег с праздником. Сегодня этот год для нас знаменательный. 300 лет образования российской полиции, 100 лет образования якутской милиции. Поэтому есть нам чем гордиться, есть результаты в работе. Хочу всех поздравить, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, оперативным работникам оперативной удачи.